Всем здорово, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Фейзен. Мы играем в GTA 5 Online с обалденной рубрикой «Битва парашютистов». Всем здорово! И сегодня мы подготовили две суперские коллекции самолетов. Ну а если точнее, у нас есть реактивный ранец, крутой дельтаплан на пропеллере, а также огромный, просто гигантский дирижабль. Ну и напомню вам быстренько правила, что на наших самолетах мы взлетаем прямо в самую высь, в небо, ну а далее на парашюте выпрыгиваем. И если из нас кто-то упадет на какую-то тачку, он ее забирает в коллекцию. Так что, чуваки, правила вы и так хорошо знаете. Я желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита и крутого позитивного настроения. Давайте узнаем сегодня, у кого коллекция получится круче. Ну и также, чуваки, с вас лайкос, а с меня самый крутой видос. Обещаю, он будет очень интересным. Ну и не будем тянуть, погнали уже взлетать на наших супер-дельтапланах. Ну и, чуваки, пока меня Паша не слышит, расскажу вам один секрет по секрету. В прошлых сериях я вырвал только строительные тачки, и вы много писали угнать полицейские машины. Поэтому давайте сегодня устроим небольшой троллинг, и я буду угонять только полицейские тачки. Так что все, с вас лайкос, ну а мы начинаем! Чуваки, пришло начинать супер взлет! Короче, мы уже одели себе шлемы, поэтому сегодня я собираю фиолетовую коллекцию байков, а Паша забирает желтую коллекцию байков. Но это даже не байки, это у нас получается какой-то это рюкзак, потом мотопед какой-то и еще воздушный шарик. Что? Ладно, начнем по порядку. И первым делом я забираю себе реактивный джетпак. А я заберу вот этот вот мопедик. Серьезно? Вот этот хорошенький, да. О, не повезло. Ладно, на таймере 8 минут. Раз. 2, 3, погнали! Летаем! Все, чуваки, теперь внимательно летим по богатому району и по крутой тактике! Вау! Ты что за штуки крутишь? Аккуратней! Чумачечий гонщик! Так, ребята, за 8 минут мне нужно облететь всю карту, а точнее весь город, потому что сегодня я решил играть по определенной тактике. По какой тактике? Давай рассказывай, что это за тактика. Секреты, секреты! Только я буду знать эту крутую тактику. Поэтому, чуваки, первым делом отправляемся в сторону казино к бандитам. Другая тактика, я пойду сначала в арену вар, посмотрю, что там у нас. Серьезно? Есть, а потом полечу в вар? Так, да. Если, кстати, чуваки, я увижу ту самую тачку в городе, надо будет на нее приземлиться, потому что я своим подписчикам рассказал секретную свою тактику, а вот тебе говорить не буду, потому что будешь повторять за мной. Какую тогда секретную тактику? Я чуть я не понял. Я буду искать определенные машины, которые могут, в принципе, кататься по городу, но это довольно редко происходит. О, кстати, я знаю, где они катаются. Возле пожарной части катаются даже спортивные тачки такие. Чего ну там давай, катайся. А я увидел джестер спортивный. Может джестер его забрать? И Роллс-Ройс катается. Вот джестер не очень. А вот вот, кстати, я бы забрал. Вот тут где-то ну-ка, может ну-ка встречаться такая машина. Ой. Суперспортивная, супергоночная. Вот именно в этом месте. Подожди, ну-ка. О! Но там пусто. Блин! Тут не машина, тут мотоцикл, чуваки, смотрите. Так, а может забирай быть мне мотик. Может быть мне байк угнать реально? О, здравствуйте, тут это, шериф какие-то полиции. Так, не меня подъедет, не буду, а то еще арестуют меня, за что летают тут. Ладно, полетели в казино. В казино точно есть супер быстрые машины, и тем более там есть не только быстрые, но еще специальные машины. Слушай, Лех, чего? А может Банши забрать, тут катается, может ее, блин, Банши? Не знаю, ну, кстати, да. Банши тоже прикольная тачка, она тюнингуется в Лос-Антос кастами, и еще на нее ставится огромный, просто гигантский спойлер. Но я, кстати говоря, чего? Воспользуюсь советом и тоже угоню Банши, наверное, сегодня. Я Банши угоню, все, я вам приеду. Прикольная идея. Ладно, чуваки, сегодня мы воруем ровно 3 тачки для 3 испытаний. Это будет какое-то внедорожное испытание, это будет гоночное испытание и испытание на стойкость. Либо толкучка, либо, наверное, знаешь что? Ну, чего? Последний выживший. Точно. Я хотел бы толкучку, так что я буду искать какую-то крутую тачку, чтобы тебя размазать. Вот давай проверим. А я пока прилетел к своему секретному месту, где буду воровать свои секретные тачки. Какие тачки? Да. Ну-ка, где ты находишься? Вот эта тачка неплохая, но было бы круче найти. Ой, что-то заспавнилось. Смотри, прям подо мной машины появляются, прикинь. Какие тачки там появляются? Вот это неплохо. Какие секреты? О, я придумал. Так, чуваки, я уже лечу. Летим в сторону города и воруем первую тачку. Аккуратно, визам, опа, здорово. Все, первая тачка найдена, Паша, и я ее ворую себе. Ну, давай, забирай, я уже привез свою первую машину. Причем эта тачка крутая, так что я привяжу. Вот так к земле. Все, здрасте. Ой, слушай. Что такое? Ёлки-палки, я случайно этот полицейскую машину угнал. Ё-моё. Полицейскую? Да, прикинь, придется мне сегодня с мигалками ездить в испытаниях.
Ну ничего страшного. Офицер Джел на связи. Так, чуваки, придется реально на полицейской тачке мне каким-то образом победить Пашу. Но ничего страшного, у меня есть суперспособность. Это я, мигалки. С помощью мигалок мне все уступит дорогу. Они тебе ничем не помогут, ты еще почему? Все дорогу разъезжаются в разные стороны, отъезжают. Эй, полицер, шериф на связи. Вы что, полицер, говорю? Аккуратно. Так, смотри, первую тачку я нашел себе. На чем? На джетпаке. Получается, у меня остался воздушный шарик и еще дельтаплан. Блин! И что ты возьмешь себе? Я не знаю. Ну смотри, дельтаплан он медленный, а воздушный шарик он слишком гигантский. Поэтому давай-ка я на воздушном шаре полечу, наверное. Наверное, в конце полечу. Да, да, а я говорю, дельтаплан. Я тоже наконец его оставил, потому что он большой и медленный. Да и ладно, на нем ничего не найдешь. Ты что там говорил? Волтик уже угнал себе, что ли? Не, Волтик я не угнал. Я еще смотрю другие тачки, какие есть. Да, да. А я уже привез первую машину, Паша, и она намного круче, чем твоя, потому что я ничего нет еще. О, уже есть! У меня банши, я же сказал, банши, я же упрыгнул. Банши? Ой, а со мной этот... Здравствуйте, мистер! Со мной этот мужик катался все это время, прикинь, в тачке. Здорово, лысый! Это Вин Дизель, короче, специальный такой, обученный. Нифига себе, я только сейчас его заметил. Чуваки, быстрее взлетаем, прошло уже почти половина времени. Если я не потороплюсь, придется первую попавшуюся забирать. Давай, Леха, быстрее! Куда еще можно, я даже не знаю полететь. Аккуратно! Держим баланс, держим баланс. У меня есть тактика, Леха, я пойду в казино к бандитам. Посмотри, что у них там есть. Казино, казино, ты решил полететь в казино. Так, а можно мне тоже в казино? Кстати, по пути я видел спортивную, хромированную джестер, которая возле Лос-Сатос Кастома была. И если что, ее можно на примету взять и своровать. Ой, ДТП, но ты ДТП. Не найдешь. Обалдеть, на этом дельтаплане вообще я 100 лет лететь буду. Чуваки, зря мы его сегодня взяли. Точно. А где ты летишь вообще? Я? А вот не скажу. Так, еще раз смотрим это место, тут ничего нету. Тут мотоцикл был полицейский, я его видел. Блин, полицейский мотоцикл уехал. Если что, кстати, байки нам тоже можно воровать. Вообще воровать можно что угодно. На какую тачку приземлимся, ту и забираем. Да. Леха, я нашел, я нашел. Попробуй угадать трех раз. Машина, на которую ставится большой таран. Точнее, уже стоит. Большой? Прям гигантский. Это Бигфут. Это какой Бигфут? Нет, это грузовик. Ты грузовик с тараном нашел? Ага, у бандитов возле казино. Ты офигел? Ладно, я сейчас лечу во второе место, которое я знаю стопудово обалденное. И, чуваки, я даже не буду смотреть, какая там тачка заспавнится. Я сразу буду выпрыгивать, потому что по времени у нас остается еще сколько? Правильно. Сколько? 2 минуты примерно. Ой-ой-ой-ой-ой. Понимаешь? Мне нужно быстро, быстро очень долететь и выпрыгнуть. Да! Там стоят тачки. О! Да причем и необычные тачки. Какие тачки? Короче, еще заспавнилась машина. Ну-ка, что там? А, такую я угонял. О, еще появляется. Я вон ту дальнюю угоню. Раз, два, три, аккуратно. Все, приземлился я к какой тачке? Вот к этой тачке, поэтому гоняю вот эту тачку. Че ты смеешься? Знаешь, что нашел, Паша? Ну что ты нашел? Там Доминатор, а точнее Мустанг. Он тебе даже не поможет у меня. Мустанг, почему? У меня грузовик на него круче. Турбомотор ставится. Ты че, офигел что ли? А ты что ну нашел там? Да. А я нашел грузовик с тараном, я же говорил уже. И все? Всего 2 тачки. Смотри, получается, и мне осталось одну машину найти, и тебе одну машину. Вот! Ага. Все боты разъезжаются в разные стороны. Видите? Шериф Джел. Это сила. Так, чуваки, и теперь нужно в третий раз мне лететь в такое же крутое место, куда я уже отправлялся. Примерно, наверное, места? Казино. А места, короче, такие специальные места, где соревнуются гоночные тачки. Там всегда собираются дизели, форсажные машины. Да, я в такие места пытаюсь ездить. Это гетто-район, что ли, мне кажется? Гетто-район? Там... Нет, горки. Ладно, вот закончится ролик, я тебе скажу свою секретную тактику, а пока говорить не буду. Так, ну, да у тебя тоже, знаешь, такой таран, ты где вообще откопал, ты нашел? А я его на казино нашел, вообще-то у бандитов там он стоял, миленький. Я думал, кстати, к бандитам залететь, но я по пути нашел тачку круче. Ну ладно, ничего страшного, я сейчас тоже какой-нибудь полицейский гигантский грузовик. Это ты, что ли? Это я отлетаю на последнем вертолете. Смотрите, ребята, пол в воздухе. Нифига себе, метеорит желтый летит. Это страшно. Это страшно. Но если ты управлять не умеешь, то ты реально приземлишься и разбомбишь все. Чуваки. Он очень тяжелый. Блин, я 100 лет, мне кажется, на этом мустанге ехать буду. Бип-бип. Полицейский. О, все уступают дорогу. Спасибо, спасибо. О, здорово, мужик. Короче говоря, у меня есть ровно 2 машины теперь. И, чуваки, я отправляюсь в 3-й полицейский участок. Да. Ты не найдешь ничего, так что Леха не получится ничего найти. Да, конечно, все у меня получится. Кстати, я немного проговорился. Все-таки я сегодня по полицейским участкам езжу и угоняю там тачки. Ты специально... Вот такая была моя тактика. Ты 2 тачки полицейских угнал. Да, и 3-ю и езжу за 3-й тачкой. Блин, я надеялся, что сегодня хотя бы 1 броневик я стопудово угоню, чуваки. Но получается, что...
время на исходе. Погоди! Я выпрыгиваю! А чего так мало времени, чуваки? Ну, так, время летит. Мне это не нравится. Мне капец это не нравится. Стой. Быстрее. Короче, я попробую максимально вверх по времени взлететь и через... Нет! 4, 3, 2, выпрыгиваю, все, время вышло. Блин, я не успел до полицейского. Хотя, может, успею, подожди. Я на самую худшую тачку приземлился. Да, так, ребята, быстрее. Я знаю еще один участок в городе. Опа. Чего такое? Слушай, мне повезло, знаешь, что я сделал? Ну что? Время закончилось, но я взлетел настолько высоко, что на парашюте сейчас до полицейского участка долечу. Да ты везунчик, вообще. Я супер везунчик. Смотрите, вот там стоят. Это что, гелики полицейские? Гелики? Так, вот тут стоят. Откуда? Мотоциклы, пожалуйста, мотоцикл. Ну, хотя бы одна полицейская тачка еще должна не быть. Надо. Ну. А где тачки полицейские? Нет! Они же спамнились, перестали спамниться. Давай, отвернулся, повернулся. Ну-ка, на парковке. Ладно, зато там две тачки внедорожные стоят. Придется внедорожники угонять. Ну-ка, ребята, и аккуратно. Кибертрак! Чё? Паша, нет, кибертрак! Не надо. Я кибертрак нашел! Так, хоть бы главное, чтобы пока я к нему спускался, ни одной тачки не заспавнилось поблизости. Промаш. Первая попавшаяся тачка — это кибертрак, поэтому я его забираю. Капец! Причем, знаешь, что я сделаю сегодня? Я кибертраки уже угонял, поэтому сделаем сегодня необычно. Я на него поставлю гусеницы! Это будет танк кибертранк! Да, вот такой, надо, да. Там. Зачем он тянул? Нет, это будет стопудовая победа! Чуваки, все, время-то у нас вышло. Теперь осталось только доехать до Паши и показать ему свою супер коллекцию! Интересно, с разгона помещусь или не помещусь? Дороги ну, построились! Не поместился! Ой. Стой, он слишком широкий! Помогите! Давай! Еле-еле протиснулся! Короче говоря, сегодня я угонял Пашу, скажу тебе, супер челлендж! Мужик, ты чё? Нет! Всё, забирай! Я добрый вор! Его надо это привязать, всё, мы тебя привязываем, чувак, всё! Да, лежать смирно, всё! Чуваки, короче, у меня сегодня есть Мустанг, вот такая спортивная тачка, и Кибертранк, который я его в Кибертанк превращу! Далее, Паш! Это что такое? Это моя последняя тачка! Я приземлился на неё! Ты КамАЗ угнал, приземлиться на него, что ли? Пипец! Потом у него есть таран еще и Банши! Ну, слушай, неплохая коллекция! Но самое интересное, чуваки, настанет у нас после тюнинга! Так что погнали к испытаниям! Ну а теперь, чуваки, вы просто зацените, во что я превратил свой кибертрак! Это кибертанк, ребята! И первое испытание у нас пройдет именно на авианосце. Это толкучка на воде. Кто кого скейтбордом получит 1 балл. Ну и, чуваки, предлагайте в комментариях также свои варианты, какие тачки можно еще воровать в следующих роликах. Может быть, только кабриолеты, мини-куперы или только мотоциклы. Кстати, неплохая идея. Или мопеды. Поставим сердечки. Ну что ж, а мы тогда на счет 3 начинаем первый раунд и проверим, кто из нас сильнее, таран или полицейский кибертрак. Раз, два, три, погнали! Иди сюда, давай! Блинчик! Сегодня чисто полицейская коллекция против бандитской. Ну-ка, 1-1, давай! Саня навернул, ты видел? Это как? Учись, студент! У меня это дрифт-танк серии, оп, боком наваливай. Слышь, ты полицейский, я тебя уничтожу. Ребята, реально, монстр на колесах, а точнее на гусеницах. И прыщу! Выкинул воду! Давай, полетели! Не трогай, не трогай! Зажимаем его! Ты чё, не трогай! Я нереально могу на крышу довести! Давай, багаж! Я уже! Куда ты уезжаешь? Испугался меня, что ли? Чуваки, будет у нас 2 мегаэпичных раунда, так что с вас лайкос, а теперь 1, 2, 3! Номер 2, битва, давай! Ты будешь пельмешкой! Какой пельмешкой? Огуречком! Пакетово! Все! Просто Шериф Джел занимает 1 балл уже, и мы переходим ко второму раунду толкучки! Ну, чуваки, я радуюсь, не дорадуюсь, какой супер танк у меня получился! Я отчасти даже чуть голос не сорвал себе, так что если буду хрипеть, не переживайте, я в порядке! 1, 2, 3, вторая битва, погнали! Иди сюда, супер, супер разгон, ну-ка, трамплин, прыжок! Тебе хана! На тебе! Называется сумаистский прыжок! Да ты слон какой-то тяжелый! Я тебя там в блинчик не превратил! Так, мне разворот, уже. Разворот. Блин, 1 минус, тачка вообще неповоротливая. Разгон по полной. На тебе. Вы посмотрите, я просто его катапультирую. Так, нет, тормоз. Бам, в бочину. Да ладно, я тоже сейчас тебе такой таран поставлю и буду тебя скидывать. Ой, да конечно, я тебя уничтожу. Но у меня он немного поменьше, так что давай, 1-1, кто кого. Опа, понял, я связался, со мной связался. Иди отсюда, купайся. Ты пельмешек, ты чё? Чуваки, просто у меня же... Супертанк. Ты чё делаешь?
Ты видел? Я на кусочки самолета разнес, так что тебе точно когда будет. Офигевший, все, я сваливаю. Понятно, кто-то сегодня будет проигравшим. Раз, два, три, финальная битва. Разгон, давай! На! Прямо к воде. О, здорово. Я такси, такси! Ты че? Отпусти меня! Нормально, я не могу съехать! Нет! Чего? Ты как это сделал? Не понял. Помогите! Черепаха мобиль какой-то. Вот так. Опасно. Тут главное не упасть. Нет. Я развернуться пытался. Пипец. Я просто гусеницы застряли на тебе. Получается, счет у нас становится 1-1. Переходим ко второму испытанию. Ну а я пересел на уже полицейский Мустанг Чоки и его подготовил полностью для гонки без правил. Боже, вы посмотрите, во что превратилось его больше. Помните ту красную фиговину? Теперь это спортивная тачка. Ладно. Да, проверим, кто будет быстрее. У меня есть лайфхак. Это мигалки на крыше, и мне будут уступать дорогу. Понял? Конечно. Итак, гонка без правил начинается. Раз, два, три, погнали! Газуем! Давай проверим, как круче будет, ребята! Воу! Я буду круче! Хороший дрифт в Мустанге, вроде мне один раз ездил, он капец какой дрифтовый! Нифига, чего? Дрифтовый. Так, ты чё меня толкаешь? Да я просто боком наваливаю! Ребята, это реально лайкос! Ты чё, дрифтер? Пока, дрифтер! Смотрите, Паша там прокачал, разукрасил тачку, а быстрее эта машина у меня, а не у него! Ой-ой-ой. Да нифига, ну, ты меня просто не пропустил, и да, всё! Да, и чё, не надо было тараниться! Помогите, я тут это гордый человек теперь! Победовали, вот, на трассу обратно. Чего? Пойдись. Ты как там перелетел? Да я просто через пока город свернул. Ты как меня объехал? Кстати говоря, сегодня у нас городская гонка, чуваки, поэтому очень много ботов будут присутствовать тут. И они будут врезаться в тебя. Нет, меня не будут врезаться, я мигалки включу. Все, с дороги, а боты. А я буду за тебя. Винтизель проехал мимо. Так, аккуратно. Нет. Победа! Тут столб откуда-то вырос еще. Ёлки-палки. Стоять. Там дальше будет трамплин, Паша, поэтому я тебе сочувствую, если его не прыгнешь. А я прыгну, Лёха. Давай, прыгни. Так, да аккуратно. Боты. Чего? Нифига ты. Пискадер. Дай проехать, что ты дорогу перекрываешь. Они вообще офигели. Все, чуваки, максимальный разгон, сейчас будет мега-трамплин. Раз, два, три. Давай. Машинка, не подведи. Аккуратно. Оп, летим. Сейчас летим. Четко. Нет, я проехал. Да, в лепешку прям в стену. Нет. Покедывай, Лёха. Здравствуйте, я тоже сзади. То же самое. Чуваки, осталась финишная прямая. Да с дороги! Дайте мне уступить дорогу, елки-палки! Шериф Джел едет! Пропустите шерифа! Комиссар этого города номер один! Так, ну я буду первый, Лёха, пока! Нет! Куда ты меня запихнул, Паша? Удачи! Стоять! Эй, выпустите! Выпустите! Да елки-палки, на месте застрял! Ё-моё, ребята, это пипец какой-то! Ну все, финишная прямая, тебе хана! Я тебя в тюрьму сегодня посажу после серии! Да ты меня даже не догонишь, у меня супертачка! Если я ни разу не врежу, есть шанс загнать его! Ребята, оп! Не да! Догонишь, ни разу не врезался, смотрите! Терминатор быстрее, пока! Финишная прямая, чуваки! Если получится не врезаться, я буду первым! Давай! Почти! Нифига себе! Акулы, дельфины, напугали меня! Счет у нас становится какой? Правильно, 2-1! Переходим к финальному нашему испытанию! Ну а теперь, чуваки, мы врываемся в финальную битву, которая называется «Последний выживший». Короче говоря, у меня для этой битвы, у меня вот такая полицейская тачка, а у Паши КамАЗ! Ё-моё! Ты чё? Куда тебя обратно отправил? Стой! Короче говоря, врываемся с 5 звездами, чуваки, на военную базу, и только Паша меня решил в обратную сторону выкинуть. Ну да, что ты проехался. Это пипец! Смотрите, кого сегодня взорвут первого танки, то сегодня проиграет, а вот кто останется в живых, получит 1 балл. Напомню, Расчет у нас 2-1. Пользуй меня! Пользуй меня быстрее! Танки уже туда! Так что, если Паша выиграет, будет ничья, а если выиграю я, то выиграю я, чуваки! Я постараюсь победить тебя в этой битве! Конечно, выиграет он, думает, чуваки, включаем карту и теперь включаем мигалки, потому что благодаря мигалкам ни один танк меня трогать не будет! Ой, чего? Да конечно, он будет тебя уничтожать и взрывать! Нет, я же этот шериф, я скажу, что я капитан армии! Уху! Да и все равно, они тебе не поверят! Ты видел? Сальтуха! Так, чуваки, ну-ка, подцепи меня! Ой, пожалуйста, забери меня! Быстрее, эвакуируй, чуваки! Прыгай, давай! Нет! Валим! Помогите, я не могу! Я на крыше поехал! Чуваки, у меня машина не переворачивается! Она что, сломалась, что ли? Капец!
Но Паше не повезло намного сильнее. Он сегодня приземлился на парашюте на мусорный грузовик какой-то. Да, вообще фигня полная, развалюха. Моя полицейская тачка выиграет. Главное продержаться хотя бы одну минуту. Все, я придумал. Вон тот гараж пустой, поэтому, ребята, аккуратненько вот сюда занимаем местечко. Мне кажется, это плохая идея, Леха. Это самая лучшая тачка. Смотри, ни один танк меня не отыщет. А, ой, да как? Что? Он сквозь стену стрельнул. Ладно, читер. Тактика не работает. Реально читерские танки играют. Подстава! Получается, счет у нас становится 2-2. И сегодня, ребята, вы видели сами, победила у нас дружба. Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. Ну а если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Ну что ж, чуваки, а на этом видео подходит к концу. Если вам понравился ролик, с вас лайкос, то и в комментариях не забудьте написать, какие тачки вы посоветуете мне ворвать в следующий раз. Ну а с вами был Джейл Флэттин, ссылка на Пашу будет как всегда в описании. Всем удачи, всем пока-два! Всем пока-нара!